Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, через 3 часа у нас будет откат. То есть начнется новая неделя. Ну а пока давай мы заберем награды и посмотрим, на каком месте мы находимся. Если что, подтянем чуть-чуть поясочки, чтобы нам выйти на должный уровень. И будем ожидать уже отката. Ну что, начнем с арены и смотрим. В данный момент Лига Мастеров ранг 33. Поэтому давай, у нас есть возможность, наверное, подтянуться чуть-чуть. Давай сделаем вот так. Шреддер плюс Армагон. Ну и, например, вот так вот сделаем. Получается, нам сколько нужно сделать поединков? Ну, поединков 4, наверное, 3 минимум. Поехали. Как ты понимаешь, события на Супер Шреддера я не проходил. Я даже не снимал, потому что, ну, он у меня есть, ребята. И я, кстати, всех поздравляю, кто его открыл именно на этой неделе. А таких, ну, как минимум, в комментариях я видел двоих, кто писал, что: «Рэй, я открыл себе Супер Шреддер, и я очень доволен». И я очень доволен вами, ребята, потому что, на самом деле, очень крутой персонаж. Теперь, когда вы его открыли, я желаю вам его еще и прокачать. Именно по скиллам, по уровню, чтобы он вообще жарил, ну, как у меня. В принципе, за счет него мы, в принципе, все и проходим. Все, что мы не могли до этого пройти, именно здесь он нам очень круто помогает. Так, ну что, наверное, нам еще 2 поединка надо будет замутить. Угу, стоят тут орлы. Ну, давай поставим уклонение, так уж и быть. Поставим уклонение, бросим бомбочку. И вертушка от Лео. Ну, правда, не всех добьет она. Не всех. Далеко не всех. А вот Ванюша сделает сюрприз. Сам видишь, да? Ну, получается, что последний поединок у нас на кону. И все. Или подожди. Сейчас посмотрим, какое место. 12-е? 14-е? Тогда еще под вопросом. Тогда еще под вопросом. Но, в принципе, ребят, все равно победа будет за нами. Вот такую вот я выбрал команду. Откатов, как ты видишь, у меня нету. Я их всех потратил. Я за кадром еще, ребята, играл. 2 дня не был в игре, и мне пришлось просто ускоряться, буститься. Потому что неделя уже поджимала к концу. Как ты знаешь, через неделю я тоже выхожу на работу. А видосиков будет поменьше. И, ребята, ссылочки на Дзен. Ну, в основном на Яндекс.Дзен, ребят, подписывайтесь. Мне кажется, там больше вероятности. Потому что, во-первых, мои все видео, все абсолютно видосики, которые есть на этом канале, они перекинуты на Яндекс.Дзен. Поэтому мне проще там начать продолжать, если что. Ну, видишь, 3-е место. Так что и ссылочки будут, конечно же, в описании. Так, ну что, давай тогда, я не знаю, ребят, как-то, как вот нам здесь выиграть. Ай-яй-яй, я что-то сомневаюсь, что вот такой командой у нас что-то получится. Ну, конечно же, ну, конечно же, Майки. Оу. Так, о, во-первых, нам нужно взять провокацию, это однозначно. Дальше нам защита бы не помешала. Что ж там греха таить. Естественно, сейчас начнут тут буянить. Кого рубим? Наверное, даже не знаю, Донни, может быть, попробуем. Неплохо, но слабенько. Макмен, ё-моё, с плевком. Бедный Рокзар, по-моему, сейчас он упадет у нас. И этот со своими сюрикенами. Давай, нейтрализатор. Так, минус один. О, теперь он делает усиление атаки. Это уже, ребят, плохо. Угу, потеряли одного. Кого тут нахлобучить-то? Наверное, Эйприл. Вырубил. Может, Майки все-таки попробовать? Да какой там попробовать? Хвостом бомбани по нему. Ты вот сейчас серьезно? Ты посмотри, что творят. Да что ты, Сплинтер, я не знаю, как тебя назвать. Ну, неужели? Да жарь там до хрустящей корочки его. Все, остается у нас
Донателло. Так, постепенный урон, который его не уничтожил. Да, ну, друзья, должно хватить нам, чтобы перейти в топчик. Там всего лишь сколько? Три... А, ну да, двух мест не хватает. Сейчас проверим. Все. Фью, перебрались, короче, мы на топовое место. Еще раз повторяю, ребят, через 2-3 часа будет у нас откат. Даже можно посмотреть, через сколько. Через час 40, через 2 часа. Так, у нас пока есть эти. Давай-ка мы, наверное, с тобой жетоны-то нафармим. Так, Эйприл. Кукла Дарум. Так, Алапекс. Это у нас осколки. Это у нас опять осколки. $3. А жетонов вы давать не собираетесь, да? Теперь вы даете мне всех, кроме... Вообще всех выдали, прикинь? И 40 жетонов в конце. Да, это большая редкость, когда всех персонажей выдают. Так, ну что, пройти серию испытаний. Побежали. Раз, два, три, четыре, пять. Зачем мне вот эти вот? Вот так вот дайте мне. Интересно, кто на этой неделе будет у нас разыгрываться, а? Как вы думаете? Какой персонаж? Опа. Запрет лечения? Ты серьезно? Прикинь, он мне запретил лечку. На тебе. Я не понимаю, почему маузеры настолько сильны и хороши. Они же всего лишь маленькие маузеры. Маленькие механические мышки. Давай, наверное, я вот так сделаю. Месть. Повесим, нет? Усаги, ты что-то в последнее время месть вообще не хочешь применять, я смотрю, вообще. Ну, Кармагон, угости-ка их валуном. Да. Угостил. Ну что, здесь мы тоже прошли. Все очень-очень даже хорошо. Забираем наши награды. И там нам нужно сейчас будет заняться уже поисками. Заняться поисками именно на крысиного кра... Нет, подожди. Мы до сих пор еще прокачиваем Макмана. Вру. Кстати, Макмана надо поднимать по уровню. Опа. Опа. 87 уровень, друзья мои, получает Макман. То есть еще 3 уровня он будет 90-м. Так, а вот на крысиного короля нам нужно уже навыки прокачивать. Значит так, 4 ноутбука каких-то тут. Сейчас попробуем. Раз. Два. Раз, два, три. Ага, 4 ноутбука мы нашли. Так, 4 ноутбука. Что там еще нам надо? Ага, 8 пультов управления для телевизора. Так, раз. Два. Три. Мне кажется, здесь проще искать. Три, четыре. Пять. Шесть. И последних два. Семь. Восемь. Все, ребят, 8 пультов для телевизора мы нашли. Прокачиваем. До 4-й ступени. Окей. Погоди, а почему здесь-то мы с тобой перестали? Оу. Здесь же мы тоже. Так, секунду. Ничего себе. Как-то я так забыл. А хватит ли у меня? Хватает. Да ты что делаешь?
Ну вот, друзья мои, до 6 ступени прокачали. Теперь вот это до 6 тоже прокачаем. Ну и так далее. Забираем наши награды. Ну вот, в принципе, и все на сегодня. Что я хотел сделать. Тут нам уже не пройти, потому что сыр мы потратили. В общем, одним словом, друзья мои, ждем. Ждем 2 часа и будем уже буститься. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.